драгоценная наша церковь. Мы очень-очень приветствуем всех и рады передать вам такое небольшое послание, отчет о нашей поездке в город Владимир. Мы были здесь, но мы были всей нашей церковью здесь, потому что Господь нас послал сюда. Мы не планировали эту поездку, но мы просто помолились, и Господь нам сказал поехать сюда на это время, и мы были здесь, и Господь служил нам, и мы служили здесь тоже. Мы рады быть там, куда прокладывает Господь путь. И хорошее очень место, такой потрясающий город, город Владимир, это историческое место вообще нашей родины, Руси, и здесь очень большая история. Конечно, мы были во многих городах здесь, ну, во многих, в двух, Суздале и Владимир, и просто были такие окрестности, были, которые исторические были, да, они, ну, это все связано с православием, с созданием Руси, и когда князь Владимир, ну, кто знает историю, тот поймет, о чем речь, да, почему здесь столько много православных храмов, ну, и здесь, конечно, христианство очень-очень серьезно. Здесь христианство и разные конфессии. А самое главное, что здесь есть и наши евангельские церкви, и одна из таких церквей — «Свет миру», где пастор являются пастор Андрей и Ольга Черновы. И мы очень рады были быть здесь, и познакомились с потрясающими людьми в церкви. Всю неделю мы общались, мы дружили, мы знакомились, обменивались разным опытом. Ну, одна из наших целей была — это презентация нашей Глории и быть ответом для церкви, где церковь сегодня имеет нужду в служении детям, подросткам, молодежи. Конечно, для нас это было огромным благословением. И мы проводили здесь семинары, служения, проповедовали, и нам служили здесь. И, конечно, удивительно, когда ты проходишь в своей жизни какие-то обстоятельства, и когда встречаешь на своем пути людей, которые проходили когда-то подобное, либо, может быть, кто-то прошел, но не до конца, и имеет какую-то нужду, рану, боли, и мы можем друг друга исцелять. И когда Господь исцеляет на наши раны, наше сердце, это удивительно очень. И, конечно, мы очень рады быть здесь с женой, да, и мы, несмотря на обстоятельства нашей жизни, мы очень любим Бога, мы видим Бога в нашей жизни, и, конечно, мы удивлены тем, что Господь так, ну, нас послал в это место сюда, когда мы выбираем Его волю. И спасибо огромное этому месту, этому городу, и какой-то очень добрый, хороший такой отпечаток он оставляет в нашем сердце. Мы, ну, не прощаемся, мы говорим до свидания этому городу. Мы, конечно, здесь, ну, за один какой-то видео такой мы даже всего невозможно передать, даже так сказать, да, но мы видим, насколько есть нужда сегодня, насколько есть сегодня нужда даже в нашей стране, да, когда мы можем, еще есть места, где, ну, нам нужно быть, и нужно быть зрелому христианству, где нужно отцовство, где нужно материнство, где просто мы можем друг для друга быть ответом. И когда люди молятся в другой точке страны нашей, да, какой-то, и молятся том, где мы приезжаем, и они говорят: вы ответ для нас. Конечно, для нас это огромное ободрение и благословение. Поэтому мы очень рады и будем надеяться, будем молиться о том, чтобы здесь состоялась Глория, наша, да, детская конференция, и здесь уже подростки, дети ждут, ожидают этого времени, и служители, родители. Ну, огромная благодарность пастору Андрею, Ольге за их прием, за Настя, Юля, Дима, подростки, Маша, команда, да. Ну, нас сейчас везет наш тоже брат Игорь, он везет нас сейчас в аэропорт, когда, конечно, такие люди есть, когда, ну, мы понимаем, что вот приезжая в любую точку, да, и есть братья, сестры, это, ну, это, конечно, это, ну, это очень ценно, это ценно. И, знаете, хотел бы сказать вот именно об этом, что сегодня христианство, оно, ну, для людей, оно может быть несправедливо. На самом деле, оно такое, наше христианство, оно несправедливо. Но мы знаем, что вот Христос пострадал несправедливо. И когда мы живем для Христа, все как-то несправедливо, так кажется. Но когда ты молишься, говоришь: Господи, не твоя воля, не моя воля, но твоя да будет. И ты понимаешь, как оживает Писание,
как в твоей жизни Господь являет просто свою силу, могущество. И, конечно, ну, нам необходимо сегодня платить цену, потому что Христос заплатил цену, и мы тоже сегодня платим цену. И за каждой ценой есть Его благословение, есть Его рука. Поэтому мы очень рады. Спасибо огромное. Моя жена сейчас тоже поделится немножко. Ну, да, на самом деле было очень хорошее время. Спасибо большое церкви Владимира. Очень такое хорошее время, когда на самом деле нам Господь служил, да, через людей. И мы были рады тоже послужить, чем Господь наполнял наши сердца. Очень любим. Вы остались в наших сердцах. Спасибо большое. Очень остались в наших сердцах. Спасибо нашему пастору Игорю, Галине Николаевне вообще за... Ну, без вашего имени бы, да, как бы это ни звучало, но если бы не вы, мы бы не были сегодня здесь, может быть, как туристы бы были бы какие-то здесь, да. Ну, разные пути, понятно, но вы, конечно, огромную работу в своей жизни сделали и проделываете до сих, по сей день, и благодаря вашим следам мы идем по вашим следам. И, ну, и это очень дорого, это очень ценно для нас, быть просто вот в этом, жить, находиться и получать от этого благословение. Спасибо огромное, мы вас благословляем, и о вас здесь знают, о вас помнят. И, конечно, большая история вообще связана с этим городом даже, оказывается. Поэтому давайте будем вместе молиться, будем вместе с вами ожидать времени, когда мы сможем приехать сюда и послужить здесь, на детской конференции, потому что здесь очень много детей, которые нуждаются во Христе Иисусе. С Господом!